Друзья, приветствую! Сейчас я проведу краткую презентацию проекта «Город». Значит, здесь мы показываем обычные здания, обычные улицы, к которым мы привыкли, которыми мы пользуемся ежедневно. Здесь мы уже интегрировали нашу новую систему прямо в городскую среду. И обратите внимание, она состоит из 4 уровней. Все эти уровни находятся над земной поверхностью. Это очень важный момент, так как он влияет на стоимость возводимых конструкций. Итак, первый уровень имеет свое назначение – это транспортная логистика, тяжелая логистика. Все тяжелое мы должны оставить на земле. Тяжелые роботы, складские помещения. А второй уровень – это уровень коммуникаций. Все коммуникации находятся теперь здесь, в свободных пространствах гидропоника. Первый и второй уровень предполагает минимальное присутствие человека. Третий уровень – это уровень пассажирской логистики. Его можно представить как пространство в большом и красивом торговом центре. И дополнительно здесь есть системы для пассажирской логистики. Четвертый уровень – уровень с естественным ландшафтом. Когда вы будете покидать первый этаж этого здания, вы будете попадать просто-напросто в лес, парк. Эта система и этот город лишена таких проблем, как городской шум, значит, снижение себестоимости производимой продукции. Здесь можно использовать пневмопочту. Здесь очень короткие пути от производства до потребителя. Также мы здесь снижаем уровень температуры в городской среде. Снижение объема стройматериалов, используемых при строительстве такой системы, относительно строительства классической системы, да, городской. Эту систему нужно воспринимать так же, как платформу Android или iPhone. Когда в эти устройства можно постоянно интегрировать разные приложения, которыми мы сейчас пользуемся. Здесь точно так же мы это сможем себе позволить без каких-либо больших финансовых усилий и затрат. Более подробно мы будем делать обзоры позднее. Есть план сделать VR-путешествие по этому городу, когда каждый с помощью своего компьютера сможет пройтись по улицам этого города и оценить все его прелести и преимущества.